В 2017 году во исполнение послания главы государства 31 января 2017 года Министерством по инвестициям и развитию, а также Комитетом по делам строительства совместно с Концентром ЖКХ была активизирована работа по внедрению ГЧП в инфраструктурно-жилищном комплексе Казахстана. Проводились выездные совещания, обучающие семинары, был сформирован перечень пилотных проектов ГЧП. Из всех регионов всего таких проектов мы набрали 32. Среди них реконструкция и строительство очистных сооружений города Капчагай Алматинской области, строительство опреснительного завода в селе Курык Мангустайской области, строительство канализационных очистных сооружений города Астана и передача в доверительное управление государственного коммунального предприятия Кызылорда-Су. В настоящее время в сфере инфраструктурно-жилищного комплекса полным ходом идет процесс коммерциализации и привлечение в сектор внебюджетных средств через механизм ГЧП является особым актуальным на сегодняшний день. При этом, учитывая важное социальное и стратегическое значение объектов жилищной коммунальной инфраструктуры, необходимо внедрять механизмы ГЧП только в коммерчески привлекательных секторах отрасли по рентабельным проектам с генерированием прибыли.